А ну, бандита. Расстреливают медуз. Бандита, видели? Что, что идем делать? Расстреливать медуз. Медуз. Да, друзья, пойдемте. Пойдемте, правда, сейчас посмотрим. Медуз добавилось, если по-честному. Вчера не так было. Вот сейчас пойдемте сходим. Покажу вам, сколько медуз. И сразу же выложу это видео, чтобы вы были в курсе. То ли ехать, не ехать, это уже, смотрите, решайте сами. Но море медуз добавилось. Разрешите пройти? Ой, пожалуйста. Спасибо. Оп. Всегда, да, проходите. Да, медуз, вот как раз пойду посмотрю. Медуз, медуз добавилась. Ну, люди купаются. Ниндзя, ниндзя, завязался. Да, Миха вообще. Видишь, как на тебя говорят, ниндзя? Вон, смотри, мальчик, а ну еще раз. Молодец, класс. А ну сделай еще раз. Оп. Вот это да. Как классно. Это ты занимаешься где-то или сам? Да? Нет, сам. Сам? Он тоже так умеет. Тоже умеешь так? А ну покажи. Нет, а, все, ну молодцы, молодцы, пацаны. Классно, скажите, друзья, это заслужит лайк. Вот это да. Так, пойдемте медуз посмотрим. На море. Людей, видимо, невидимо. Сейчас 5 часов вечера. Ну, здесь зона. Нет людей, потому что здесь как раз этот корабль, парашют и все остальное. Так и не сходили мы сегодня на туристический корабль, на круизный. Миша, походу, рассыпал, патрончики собирает, а то его проблемы. Пойдемте. Немножко пройдем и посмотрим, действительно, медуз сколько. Хотя можно, правда, сразу зайти. Да, медуз полно, да. Я сегодня днем купался, у меня живот тело, смотрите. Дальше от берега их меньше, конечно, но все равно они присутствуют. Капец. Кошмар. Друзья, вам просили показать, вот показываю. Это сегодня вторник, 20 июля 2021 год. Азовское море, поселок Куржук. Сколько, сколько этих гадостей плавает. Но вода очень теплая. И много людей не купается, конечно, из-за этого. Очень много. Сейчас бы в воде было намного больше. Много медуз, да, девчонки? Ага. Да, много. В общем, как-то так. Горячие чипсы. Так, ну давайте зайдем в море. Немного дальше пройдем, и я вам покажу. Рискуя своими ногами. Сколько дальше в море? Вот еще их.
вот, когда заходишь в воду, начинает, вот смотрите, сколько их, вода обжигает сама по себе, даже вот если не дотрагиваешься до медузы. Вода уже насыщена этим ядом, скажем так, или как он называется. В общем, экстрактом от этих, от щупалец медуз. Что начинает щипать сама по себе вода, даже если не дотрагиваешься до медузы. Ну вот, видно, да, вам под водой? Вода вроде не такая грязная, чистая. Более-менее прозрачная, и сколько их лежит. Сколько плавает, сколько на дне. Затаилось и ждут. Ну, в любом случае, это мы у них в гостях. Это не они к нам вышли, это мы идем к ним в стихию. Так что, конечно, неприятно, но природу не обманешь и ничего не сделаешь. Я знаю, что можно сети какие-то ставить заградительные. Я не знаю, я где-то читал об этом. Такие, ну, большое, чтобы очко было в сети. И тогда, наверное, не столько их будет. Но пока, здесь их, походу, этих сетей нет. Поэтому весь пляж вот в таких лопухах. В общем, практически сразу я сейчас... Да, много медуз. Много-много. Вчера было намного меньше. Вчера мы заходили в воду, есть даже видео. 2-3 медузы всего было. А сейчас, ну, сами смотрите, да? Я дальше даже не захожу. Даже дальше, может, конечно, концентрация меньше будет, но, тем не менее, хватает. Неприятно. Совсем неприятно. Мишка, купаться будешь? Мишка купаться не будет. И по берегу, смотрите, сколько. Очень много медуз. Я в них путь я стою. Ага. Ты что, рассыпал патроны свои? Нет. Ну, там собирал. Все, друзья, смотрите сами. Мы на море. Я утром заходил, вода была прекрасная. Даже, ну, попадались там за все время. Ну, может, штук десяток я увидел, но я долго был в воде, около 2 часов. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Смотрим вас постоянно. Спасибо. Да, приятно. Спасибо. Ставим. О, это надо, это правильно. Смотрел, да. Спасибо. Да. Столько медуз не было вчера, да? Да, это вообще бесплатно. Да, мы утром выходили, бычков руками ловили. Вот здесь вот прям черное было, как водоросли. Смотрели, да. Да. В общем, медуз много. Очень добавилось, много. Причем конкретно добавилось. Утром я выходил, не было сколько. Не было. Еще, долго. Еще пару дней. Так что на грудах, не? Да. Очень приятно. Привет передавай. Всем привет. Да. Ну, в общем, все, друзья, смотрите, я вам покажу. Вернее, я вам показал. Вы смотрите сами. Люди отдыхают, но в воде не так много людей, правда? И все из-за медуз. Все, Мих, пока. Все. Пока. Вот так. Еще раз напомню. 20 июля 2021 год. Поселок Урзуф. Медуз валом.